дорогие девушки! Меня зовут Людмила, я владелица брачного агентства «Милана», которое находится в городе Винница, Украина. И вот сейчас я нахожусь в Милане городе, в Италии, и мне хотелось бы презентовать, несмотря на карантин, вам, моего партнера Роксолану, брачное агентство, которое находится как раз в Милане. Вот, потому что вас всегда интересует вопрос, кто наши партнеры, с кем мы работаем, кто они, где они, реальные ли они. Поэтому сейчас у меня прекрасная возможность показать, презентовать, да. И вы все сами увидите. Роксолана, пожалуйста, да. Расскажи, пожалуйста, пару слов. Да. Привет-привет всем невесты. Меня зовут Роксолана, и я владелица брачного агентства You and Meet в Италии, город Милан. И вот мы сейчас, вот у нас такая прекрасная возможность у Люды, несмотря на карантин и все вот эту ситуацию такую как бы негативную, да, мы вот все равно у меня в офисе встретились в таком вот хорошем расположении духа, чтобы познакомиться и обсудить наши дальнейшие планы. А каковы же наши дальнейшие планы? Конечно же, находить пары, конечно же, реализовывать пары, составлять пары, вот думать, кто кому мог бы подойти, кто кому не подошел. Ну, могли бы подойти, правильно? Да. И поэтому как раз мы в таких вот трудовых буднях думаем о реализации наших новых идей, наших новых пар. И вот я хочу добавить, что несмотря на короткое время, что как мы сотрудничаем, скажем так, да, то у нас уже все равно вот две свадьбы, которые будут в сентябре месяце. Да. И наша первая девушка, первая, которая вот... Через Роксолану, которая вот познакомилась с мужчиной, скоро, вот только этот карантин, вот, они закончили. Вот, ребята планируют пожениться, поэтому это очень круто. Так что, девушки, конечно, кто сидит дома на диване и думает, что придет принц на белом коне и ее заберет с этого дивана, то, конечно, это не к нам. Переставайте мечтать. Да. А те, кто хочет найти свою вторую половинку, что-то вложить для этого, время, энергию и силы, но, опять же, таки повторюсь, серьезно настроенными мужчинами, то, конечно же, это к нам. Мы вас ждем, не бойтесь, не переживайте, приходите, и мы вместе, вот... Мы всегда рады всем помочь, и, как говорит моя подруга, тяжело из болота тянуть бегемота. Ну, то есть, понятное дело, что бегемоту там хорошо в этом болоте, поэтому, девушки, те, которые хотят выйти из этого болота и найти свою вторую половинку, пусть я сказала грубо, но оно так и есть, то обращайтесь, тянуть за уши мы никого не будем. В общем-то, всегда с вами на связи. Ждем вас. Да. Прекрасного вам дня. Людмила и Роксолана. Пока-пока.